В новом корпусе школы номер 17 прошло совещание по вопросу готовности муниципалитета к новому учебному году. 5 межведомственных комиссий провели огромную работу. Инспекцию прошли все образовательные учреждения. В общей сложности 161. Из них 137 муниципальных и 24 негосударственных. В ближайшее время пройдут дополнительные выезды комиссий в 7 школ и 20 детских садов. После завершения в них ремонтных работ.